Всем привет, вы слушаете Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала «За Перикла» в партии на 10 человек. Если вы смотрите его не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо ищите ее в описании, ведь всегда интереснее смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного просмотра. Мама Люки, да, я об этом думаю. Yeah. Ну, как бы, все вроде бы понятно, что пока вас не коснулось, так нормально. Но, блин. О, Димка и пирамида. Чё? Ну, я ацтек, почему бы нет? У меня пирамиды очень хорошее чудо для ацтека. Подожди, а кто там просил в костер войны 100 золотых? Я что-то не... Я, но ты ж хочешь забрать мою реликвию за 100 голды. Это как-то слишком круто, нет? Ну какая... Как твоя реликвия называется? Посмотри, пожалуйста. Как моя реликвия называется? Что ты имеешь в виду? Что тебе непонятно в вопросе? Как называется твоя реликвия? Что? Ну, а какое это имеет значение? Ну, что мы должны... Шутка будет, скажи. Не, просто открывать, смотреть. Вот тут война идет. Зачем? Один клик. Она называется Илиада. Так чье это, твое или мое? На данный момент мое. Собираюсь. Ну вот, видишь. Культурное наследие присвоил? Ну, забрал у греков Илиаду. Так, грек второй, который... Джек, дружище, ты хочешь армии помочь? Есть, просто тут это... Все едет сюда, ну ты понимаешь. Кто-то может потом поехать ко мне? Ага. Слушай, Джек, развивайся, пока я с ним воюю. Блин, сейчас это все ко мне пойдет, я боюсь. Кто-нибудь справа от Польши вообще живет? Там австралиец не так далеко, в общем-то. Спарта, я там тебе... Ты же можешь поставить город тут, Спарта, между Микенами и Аргосом. Я тебе специально оставил место. А ты хочешь так, типа, чтобы меня вообще никуда не влезло? Ну а ты мне на какой люкс предлагаешь ставить? Ну ты, а, бы, ты, там... а ты не можешь города без люксов ставить, да? Тебе именно надо, чтобы каждый город на люксе стоял. Как бы ради этого и задумка. Вообще, вон там благовоние. Но я так понимаю, что ты хочешь Стокгольм, чтобы на благовониях стоял. Но Стокгольм у тебя и с чаем, и с благовониями. Но ты возмущен, что я тебе еще не дал хлопок и красители взять. Я прям слышу, с каким звуком у тебя слипается там все от количества ресурсов. Не, ну не с таким. Тут вот гавань, потом они будут давать друг на дружку бонусы. Так, разведчиков поставлю тогда в автомат. Вообще
Вообще, я могу еще седьмой город поставить вот тут. Арчи, друг, может, не отдашь города и уйдешь? Это не обсуждается. Ну как это не обсуждается, если мы с тобой об этом сейчас разговариваем? Ты ж видишь, там города, ну такие себе. А? У меня нет выбора, Сандра, у меня два города. Так, у тебя есть же место там, классное место вроде. Ебаня, там классное место. У Карфагена армия. Я имею в виду, что там же есть, ну вот, от Антананарива слева, да и справа, там ближе были соседи, чё ты ко мне-то пришёл? А, друг? Ну, как-то так. Что я не так сделал? За что? Ты русский. Ну так и чё? Надо русскую пилить, пока он в шапке не вышел. Казак. Шапки, шапки. Нет у меня шапок никаких. Вот поэтому тебя пилит поэтому пока что. Конга, дружище, вот как ты? Пожалуйста. Потихонечку. Не, я имею в виду сделочку, посмотри. А ты кто? Я русский. Сейчас. Не, я имею в виду, там сделку я тебе кинул, ты я просто... Посмотри. Так, сейчас надо глянуть. У кого какие города? Сколько? Конго 3. Ну так что? Британии 5. Ответь, или да, или нет, ну просто время идет. А да, вот, просто изменим сделку. Ага. 6 в Австралии. Не, ну ты, конечно, красавчик, я воюю, мне железо не надо, да? Не, я у тебя на несколько ходов попросил. Она же тебе вернется. Блин, ну я же говорю, я воюю. Ну если ты воюешь, тебе как раз нужны деньги, правильно? У меня одно железо. У меня одно железо. Ну ты потратил просто на. Короче, я что-то вообще не понимаю. Нет, я говорю, я воюю, мне юниты надо строить. Ну прием, блин. Ну не понял, ну давай тогда за день. Боясь. Мне не нужно право прохода пойти. Хорошо, хорошо, я все понял. Полика территорию тоже не слабо. А кто со Спартой граничит? Я так понимаю, что Конго сейчас он на тебя нападать будет. Ну, со мной кто-то воюет, он только так. Что? Ну, войну кинул, только ничего туда, я не понял. Ну, сейчас он нападет на тебя. Русский? Ты не воюешь? Ребят, вы как наркоманы немного вот как-то. А ты нормальный. Ну да, я как нормальный, но вот что-то вы как-то разговариваете. Смотри, вокруг наркоманы. Ты будешь таким, знаешь, стареньким дедушкой, который будет на скамеечке сидеть, да, и этих. Опять наркоманы какие-то с проститутками пошли в подъезд. Не, ну то, что говорят, как бы, вот это сродни какое-то легкое помешательство. Ну это все нормально, человек не обращает внимания на те вещи, которые он... Не, просто с Конго вообще никто не воюет, я вообще не понимаю, кто ему там мог войну объявить. Конго, с тобой никто не воюет сейчас. О чем ты говоришь? Тоже
Я тоже зашел в дипломатии, нет? Я ему отказал, и он все сразу же. Отказал в войне, нет. В чем это так? Он... Блин, еще раз, смотри. Я предложил Конго право прохода. Он мне кидает ответную сделку, мол, я тебе даю право прохода, но при этом он мне за 3 голды вход забирает мое единственное железо, когда я воюю сейчас с Арчи, и железо мне надо. Потом он говорит, что... Типа Руси как-то там войну уже, типа, что ли, объявляет. Ну, то есть обиделся. Вот я вот это не могу понять логики. Не, это не я сказал потом, что типа давай я тебе дам право прохода за денежку. Ты отказался. А это основное было. А, ну вот, на меня напал этот Джек Брек. Ну я же тебе сказал, что он сейчас на тебя нападет, да. Господи. Нормально. Он пришел меня покачать. Тебя покачать? Он тебя сейчас вынесет. Покачают. Раскачают. Да, 400 против 185. Я думаю, там недолго будет качаться человек. Тем более гоплиты. Я не думаю, что твои, даже если ты вышел в эти... Не, мечники против гоплитов намного круче. Вопрос другой, что гоплиты. Гоплиты же бонус. Я забрал только что 3 гигешки. Не согласен, если гоплитов рядом поставить, там мечники. Ну да. Посчитайте. Нет, бонус там есть, я согласен, плюс 10, но... Все равно, примерно, они же уравниваются тем, что у мечников бонус против копейщиков. Ну да, это уравнивается, но смотри. У меня есть бонус прокачки сейчас гоплитов. У меня сейчас где-то 2-3 прокачки у них. Плюс у меня также есть с обычными мечниками. У мечников фонговских там бонус только прикрытие от дальнобойных атак. Да, согласен. И мечники конговские против гоплитов такие же, как и все остальные будут. Но с другой стороны, вы воюете в джунглях, а у них еще и на джунгли перемещение. Мы воюем у него под столицей уже. Че, уже под стольней? Уже под стольней. Круто. У него города рядом с моими, он тут прибежки же. Ну, то есть тебя это не напрягло, что он у тебя под стольни 2 ГГшки захватил? Ты тебе ничего это не нет, подсказал? Меня напугало, но он вместе с русским захватывал, то есть я что ему сделал? В смысле русский тебя захватывал? Нет, они вместе... Блин, Сандро, ты какой-то наркоман, ты не слышишь все, что говорят? Он говорит, что он вместе с тобой захватывал ГГшки. Не понял, кто со мной захватывал ГГшки. Спарта. Русский помогал, ты помогал Спарте захватывать ГГшки. Ну что? Лёш, убери разведов своих, пожалуйста. Да, убери, пожалуйста, русский разведчик. Прошу прощения, вот это... они на автомате там бегают. Ну, вот так. Не туда поставил, да? Да. Куда мне его в следующий раз поставить? Это, Сандра, убери, пожалуйста, разведчиков. Тоже австралийцы вселяются, господи. Сейчас самый главный вопрос. Джек, а тебе помочь Кванго захватить? Я собираюсь его сжигать. Давай я возьму там, возьму себе там как бы 2 люкса. Нет, давай ты его сейчас сожжешь и поставишь на клетку левее город там. Без проблем. Отлично. Ах, пойду тогда юнит апать. Ты также можешь мамбу захватить. Мамбу сжечь нафиг надо. Вообще бесполезная. Делай, что хочешь. Ну, главное, договорились. Да. Что, у народа армии дофига. Блин, я тут поляк поставил. Все это время. Все, я уже тут не влажу. Блин. Не отвлекайся. Так что, может, Ереван тогда захватить? А, ну в принципе, поскольку все равно ты можешь спокойно сам сжечь.
Идем. Ереван тогда захватим вместо поселенца. Давайте. Давайте гоплитов. То есть нифига. Чё нафига? Я говорю, нифига себе у грека войск. Да. Здесь просто вот таким этим начальным рашем удобнее. Каким начальным рашем? 46-й ход. 46-й ход — это уже не начальный раш. Не, я в смысле не про это. When wasteful war shall... О, Сандра, так мы встретились наконец. Да? Ура. Да? Так, есть на обмен слоны. Что тебе нужно? Мне не нужен хлопок и не нужен кофе. Ой, спасибо, вот по-братски. А у нас на нашем континенте больше ничего о, нет. Кир, лови сделку. Давай. Блин, три рудника надо. Ну это как-то вообще печально. Сколько у меня... Так, вот я... Вот раз рудник, два... А, вот сейчас я третий на железе построю. Нет, это вот фарм-машина. Да классная тема. Чем ты делаешь? Я до сих пор рабочих фармлю. Балансно. Не, ну седьмой город все равно нужен. Ереван нормально пойдет, нормально. Еще легче нашла. Эта тема здесь не влазит уже. Карфаген, ну как-то не очень удобно стоит. Арчи нехороший человек. Ставить тут в пустыне мне не нравится. I've lived through some terrible things in my life. Some of... Так, Слана, там он очень с плохой, юнитом, к строителям, просто к производству. Серьезно? Серьезно. Ну. Русиш, слава богу, эти строители. Дау. О, русский, а можешь мне войну объявить? Нет. Почему? Такое не считается. Это считается абузом, мы это не приветствуем. Понятно. Осуждаем. А абуз у рабочих вот так и нормально. Это не абуз. Это не абуз, это использование механики. Ты вынуди кого-нибудь объявить тебе войну. Пожалуйста, это используй. Согласись, что бежку гораздо проще, чем человека реального. Из-за того, что у него интеллект. Не очень. Надо ей ограничить эту механику к игрокам, чтобы относилась. Возможно. У тебя наверняка какой-нибудь сосед из
Захватил ГГшку, освободи ее. Леш, можешь убрать разведа своего на клетку ниже? Вообще, короче, куда-нибудь. У меня нет соседей, кто нас видит. Ну блин, ну я походил уже, я просто иду туда, в это... Я же тебя спрашивал, куда мне идти, разве... Я думал, ты туда вверх идешь. Походишь в начале следующего хода, ладно? Куда? Уже без разницы, главное уйти с этой клетки. И не ходить. Хорошо, наверх. Хорошо. Так, где мне водяную мельницу? Было бы выгодно построить. Ну, в столице я ее просто не могу построить. Стену-то успеешь построить? В Кнусе, в принципе, можно. Там тараны приехали. Не поможет. Два тарана там уже на подходе. Там подготовленная шла такая армия. Я краем глаза видел. Пускай, ты что, подо мной, что ли? Я думал, тут слева где-то. Я вот, получается, Конго, а я ниже. Ну, точнее, ниже и левее. Ага, понял. Ну, конечно. Как я, так не убил. Так. Ладно. Перекол. Да. А, блин, я забыл, извини. Есть вино на обмен. Надо кому? А вот и Петра в Брисбене. Ну, теперь Брисбен приятный город, да? Неплохой. Слушай, Джек, а тебе шторм-то не нужен? Нет, не нужно. Может, я его возьму? Все равно воюю с ним. Делай, что хочешь. Австралиец, но Рокгем, кто он? Мог бы и повыше-то поставить. Угу. А зачем? Море. Так мы же договорились, что как раз я овцы беру и алмазы. Там Лондон выше очень близко. Ну ты и так заберешь овец. Нет, у тебя в первом радиусе. Во втором радиусе, Рога. Сейчас он его выбросит просто и заберет. Почему? Ты решил культуры пофармить? Не, ну ты сам подставил так. Ну я его хотел сейчас добить. Ну извиняюсь. Да не, ничего. Все равно только на следующем ходу бил. Так.
Что-то подлагивает, да? Есть. Ну, ждите, это вообще жесть какая-то. Ходить не можно. Так. А как там у вас война? Да, сука. Ты про какую войну спрашиваешь, Лёш? Ну, про все. Даю долг, проценты. Обращайтесь. Слушай, Грек, давай, может, мы с тобой помиримся. Ты как на нас смотришь? Полис. С кем я помирюсь? С Конго. А кто там под проценты дает в долг еще раз? Англичанин дает деньги. Англичанин, это Россия. Я бы 100 голды принял и смог бы отдать там, если смог бы. Ну вот именно, я по-моему, думаю, ты не надежным. Ненадежному кредитору. Так чё, как? Извини, ты не кредитоспособен. Либо давай, ну... Ладно, хорошо. Так, ты, блин, забыл. Дай мне ту вещь, чтобы я ее забрал, если ты не вернешь. Так, блядь. Илиаду, да. О, ну, пример, вот вам моя Илиада, всем нахочется ее. Зачем она тебе? Я могу этого принести... Гомера привезти. Давай я тебе дам. Давай я тебе дам 100 голды. А? Если ты не сможешь отдать, то ты мне дашь шедевр. Хорошо. Ну, у меня плюс 20, подожди. Три хода. Ну что, Боуэнс Айрес забирают, да? Медленно. Верно. А Торонто будут забирать? Я пока не решил. Такие неоднозначные, как девушки, прям. Ну, у меня там войск мало около него. И он достаточно далеко от меня тает, поэтому я пока не знаю. Дело посла, сам понимаешь. Не, я понимаю, что хочешь-то послать. Хотя там сейчас Грэпа шурудит своими гоплитами. Ну, блин, надо было в мечника его лапнуть, что-то я... Пошли, жесть, я как-то вообще ходить не могу, народ, прикиньте. Он, главное, ходит, а я не хожу, потому что... Да, я тебя понимаю. Я вообще не могу ходить. Так это вы говорите из-за винчестера вот это вот. Скорой загрузки хода, да? Да, ну не парь. Ты вот в одиночке ощущаешь какие-то проблемы? Я в одиночку не играю. Ну, попробуй заиграть. Если у тебя есть в одиночке проблемы, то попробуй поменять Винчестер на более современный или купить SSD. Лично я вот с Винчестером в одиночке вообще никаких проблем не чувствую. А здесь они есть, следовательно, это не из-за Винчестера. Да. По крайней мере, у меня. Блин, Ацтек, вот ты бы хоть помог, смотри, меня забрали, у меня есть очки. Ты имеешь в виду помочь забрать тебе? Нет, ты просто, ну, то есть, смотри, Грек, сейчас он меня замочит, потом на тебя пойдет, да. Не, не пойдет. Почему это? А мы с ним друзья. Вот это поворот. Ну, это ж ненадолго. Ну, 30 ходов мне вполне хватит, чтобы подготовиться. По полкарту занимаю. Что это за... Ну, миллиард городов, Арчи, ну это же... На него не пойду. Так по кайфу. Да, была, да? Ну, это ж так по кайфу. Вот честно, я вот наслаждаюсь вот этой партией. Вот реально, спасибо тебе. Это реально такое, ну как, жизнь бьет ключом прям в этой войне. Так вы дуэльку играете. Вы дуэльку вдвоем там. Ну у нас пока вот здесь дуэлька идет. Да, так ты сначала получил, и вдруг ГГ-шек начинал. Ну я планирую ее закончить как бы в ближайшем будущем. Нет,
Я говорю мамлюки. Я понял, я говорю грек. На самом деле то же самое, можно сказать. If bread is the first necessity of life, который recreation не оказывается потерянным. The four building blocks of the universe are fire, water. Это про лак, про. Вот так, а ты не хочешь с англичанином границами поменяться? Так. Это вроде тоже надо поменять. Гоплитов больше не хочу. Просто я хочу пройти к ребятам дальше. А, открытыми границами? Короче, когда ходит грек, я не могу вообще двигаться на. То есть не выделит гости, ничего. Ну давай поменяемся, мне в принципе. Так. Ты же англичанин собирался дружить там. Понимаешь, сейчас мне каждый ход будет прилетать эти предложения от разных игроков. Сейчас у всех кончится, я со всеми подпишу сразу. Потому что каждый ход это трындец. Следующим ходом у меня разорвется, если правильно помню, с экстеком. Потом с поляком, с греком. Я даже союз готов с тобой. Этот. Уже готов? Фига себе, там у тебя культура. Не, на словах, разумеется. А, на словах только готов? С балансом, да. Ну, мы так рядом с ним, что лучше быть друзьями крепкими. Да ладно. Скрабили караван. Нет, не нужно. Мне не нужно. Я думаю, что нужно построить конюшню. Спасибо, Стэк. 25% опыта, это немало. Грек, чё ты будешь мириться? Блин, а там была бы такая Петра, да? Просто какая-то бомба. Вы про Лиссабон? Yes. Ты знаешь, тут Петра тоже бомба. Сколько у кого? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять холмов. У австралийца. У австралийца. Да. Нет, там просто холмов не знаю сколько. Ну, там больше, чем 9. Там с одной только с левой части реки, да. 8. Да, да. И справа еще. И справа еще холмы. А, хотя тут негде построить саму Петру, по идее, да? А поймы на что тебе? А на пойме можно разве? Пойме Петру? Можно. Петру можно. Петру и пирамиду можно. Собственно говоря, у меня пирамида на пойме стоит нормально. Открывал чисто для... Как же тебя не убили, этого генерала? Странно. Посла. А тут бонуса нет, да, что чудо находишь какое-то? Пятерки счастья давали, ничего. Что-то повезло все. Что нам нужно? Блин, я затрахался в Буэнос-Айрес и переваривать лучник. Что? Ну, ты когда-нибудь уже захватишь его скоро. Когда-нибудь захвачу, конечно. Поляк, а поляк? Осталось немного. Сейчас. Слышишь меня, поляк? Долго мне оставалось мучиться в этих вагах. Да. Ты будешь Амстердам захватывать? А, поляк. Да, что говорит? Карфаген. Грёбаный идиот, я тут думал. Австралиец? Нет. Я думаю, это грек стоит. Говорит. Тебе так нужен? Или ты послов туда хочешь? Пожалуйста. Пожалуйста. Фармить юнита. 10 голды очень меня спасут. Прям... Управляй. Прям помогут мне безмерно. Спасибо. Прям безмерно? Да ты не представляешь, как.
Да вы плохому кредитору даете. На самом деле это хорошая инвестиция со стороны твоих соседей. Меня вкладывать им просто полезно и выгодно. Сандрош не кредитор. Кредитор это тот, кто дает. А он заемщик получается. Да называйте меня как хотите. Главное дайте денег. Хоть главное душеприказчик назначить. Да. Так. А еще наушные ГГшки, кроме Хатуса, есть? А была, где Хатуса? Остались? Есть. Стокгольм был. Стокгольм был. Я прислушал, что его захватывают. Стокгольм его был... захватили. Уже захватили. Да, он был присоединен к империи спартанской. Англия, вот ты разведывание очень хорошо поставил. Хотел туда пройти как раз. Просто я сейчас уберу. Хотя ладно, бог. Так, все-таки надо лавенту украсть. Можешь не бери, там район хороший. Она 50 ходов прожила, я думаю, ей хватит. Австралиец, убирай скаута. Наверное, вам известно, что спартанцы отправляются домой или на щите, или со щитом. Это Грек сказал. А в чем можем я выйти-то или что? У меня столицу так взяли. Да, можно. Кто тебе? Ты без столицы. Сейчас он меня допилит. Не, без проблем. Сандро так хочет избавиться от наркоманских голосов в голове, да? Все, можно уходить. Все, давай, иди. Да нет, я никого не хотел обидеть. Я просто говорю, что, ну, как бы, человек имеет уже вполне право уйти. Эх, арчи. Я думал, мы друзья. Да. Пойду я сейчас его грабить тогда, он тут у меня пока захватит. Давай, Савчик. Что же вариант? Контратака. Это лучше вот защита это... от нападения. Недавно мы играли. Много дня. Там человек для того, чтобы не нагадить все ресурсы, на всех ресурсах поставил чудеса света. Короче, я все районы позакладывал. Красавчик вообще. Перед тем, как я захватывал эти города. Ой. О, понятно теперь, как будем делать. Жесть. Нет, так бугуртил по этому поводу. Стараешься, захватываешь, а приходишь, там голые равнины. Выжженная земля. Да. Так сожжёшь и все, и заново поставишь. Ну это как стратегия из пятых, чтобы из пятых цивы, чтобы там все здания продавались. А здесь стройка, мегастройка. Нет, так ты просто берешь, сожигаешь город, ставишь свой новый, все. Ну и зачем, спрашивается? Зачем? На каких-то там мост. Не, ну чтобы нормальный город был. Не, так в зависимости от времени, ну, лучше, там, если это в самом начале, то еще... Да. А, блин, в 50-60-м, чтобы у тебя... Все, сдаемся, уходим. Да не дерись ты с ним, идем, бежим отсюда. Вармонгеры, нападай. Я пойду. Да. Человек получил удовольствие от игры. Дорогого стоит. Да. Атака на... Хатин. Хатин. Это просто жесть. Кто-то там Хатин.
Че, Грек, ты вот этот город возьмешь и успокоишься или че? Так куда? А смысл тебя оставлять? Ты хочешь посидеть? Не, ну я бы поиграл в один город. Грек второй че построил. Не, просто в шестую давно не играл. Когда еще зайду? Сигней is a 250. Что это чудо дает? Чё-то Буэнос-Айрес отхилился. Науку. Нельзя поставить. Топун такой, чтоб типа... Ну вот как отложенный институт, только на великих людей. Ну типа нет, не сейчас, а потом. Не, просто я вот сейчас получать не хочу, потому что у меня столица типа вторая падает. Я хочу. Ну, просто отменяй. А я не могу. А правая кнопка-то меняет? Не-не-не-не-не. На следующий ход просто. Если ты сейчас не можешь ничего, то на следующий ход просто поедешь. Не, я его хочу взять-то, но только просто чтобы столица сменила. А он тебе не попадет, даже если его захватит. В смысле? Я не хочу ему давать великого чувака. У тебя не. Великий человек останется у тебя в любом случае. Даже если на него встанет чужой юнит. У тебя просто перебросится. Понял. Тут, в отличие от пятерки, великие люди не захватываются. Так. Что, так. И что самое идиотское, это то, что генералы убиваешь, а он появляется обратно. А он говорит, такой так, прикольно. Их можно как самолеты типа переводить в другие города. Да. Так, там кто-то не кинул продолжение, ребят, я пока не успел посмотреть. Это соседи с дальних северных стран. Опять ты, что ли? Да. Ты что, уже угомонишься? Ну вот Арчи меня может выпилить, и тогда уже все, я прекращу. А уже может выпилить? Ну не знаю, у нас тут, вот он мне этот город хочет забрать один. А ты не даешься, да? А я, да, я как-то решил сдаваться. Подскажите, а ферма на холмах после чего строится? Феодализм, если рядом есть вода. Самый популярный вопрос у нас. А да. Я не понял. Смотри, просто у меня есть феодализм, у меня этот холм на реке, я не могу там строить ферму. Нет, на холмах строится при инженерии социальной, гражданской. Не путайте. Строительной инженерии. Слушай, нет, ну, Сандра, ну это уже... У меня мало. Последний раз прошу. Вот последний. Вот очень надо, честно. Да я понимаю, что тебе очень надо. Но у меня денег мало. Вы держитесь, да? Денег нет, но вы держитесь, да. Это единственное, что могу тебе на это ответить. Да я уже понял. Так чё там, англичанин, насчет дружбы-то? Кто спрашивает? Австралия. Австралия, согласен, конечно. Блин, какого бесполезного чёрного-то я взял. Так, теперь с Монтасумой. Продлим Монтасуму дружбу. Чё, народ, читаю. И там, кстати, двойные у нас еще, я тебе отправил. Слышите, народ, читаю бонус великого ученого. Короче, дает очки... Науки также к этому священному месту. 50. Ну. А я Конго, мне нет священного места. А зачем ты его брал? Да я не посмотрел. Я тут воевал. Лёш, ты будешь дружить? Ужас. Какая-то страшная история. Ну, просто да. Конго что-то тут появился в мире и сразу потух. Что? Конго. Чёрный слепа земли. Я пойду мстить. Сейчас отграблю его всё полностью. Да, обграблю его полностью. Да, он там идёт, кстати, дальше. Там Англия, ты специально так длинно называешь свои города? Ацтек. Чё? На тебя там привет идёт. Раб, посмотри сделку, пожалуйста. Вот кто бы что говорил про название городов?
Тенаюка, Чалька, Уэшотла. Не, я про длину названия. Ньюкасл апон Тайн. Нормально так караван дошел из сожженного города. Леша, тебе тоже сделал кинул. Почему он хорошо шел-то? У меня типа город сжег грек, и караван шел из этого города, и здесь еще ушел в мой город. If I were again beginning my studies. Хо-хо! Блин, надеюсь, ты меня не разыгалишь, караван. Я жил хотел. А вы говорили. Война есть война. Че ты напал дальше? Типа Марч уже все проклял. А? Марч уже, по-моему, все проклял с этой войной. Да. Было прикольно. Сейчас он мой город заберет. Иди сюда палкой на побошке, на палку. Игрок разведчик. Калы Дувра. Любимое чудо. Так и знал. Там месть. Буэнос-Айрес перекрасился наконец-то. Посмотри, три кружочка. Осталось. Какие три круга? А, вот да. На месте между нами тает лед, вот там, короче, теперь круги на полях. Да, ребят, я что-то смотрю на вашу науку и понимаю, что и у вас игра сложилась. У кого? И у тебя, и у Арчи. Ну, мы я старались. Как тупые захватчики. Говорит, отставь свои... Мы не тупые захватчики, не надо так говорить. Да, 67. Вы варвары. Где, кстати, научная ГГшка на этой карте? Ну, сейчас такой, эти варвары. Стокгольм, говорят, захватили. А еще одна. Хатуса есть около Ацтека. Ее я не дам никому захватывать. Короче, надо освобождать 5 ГГшек. Вот скажи, а где находится Хатуса, Ацтек? Как мне пройти? А ты кто и где? Это Горга. А наверх иди, ровно далеко наверх. Прям далеко? Ну там за Чалька, за Теносчитлана все наверх. Defense is superior. Чалька. Ну не совсем печалька. Не, Лавента мстит. Она мне два торговых пути разграбила каким-то макаром. Я ж хотел сделать так. Вот он лицо у города.
меня всего два. Орга пошел по военному пути. А все, я больше никого захватывать не собираюсь. Ага. Пока. О, пока. Какое да. хорошее уточнение. Дело в том, что... Пока почему у персов всегда одна еда, одна промка? Кстати, вот смотрю на карту, да, типа редкие ресурсы, да, и по-моему, особой разницы как-то и не видно, что прям редкие были ресурсы. Так нет, редкость заключается именно в бонусных ресурсах. Бонусных действительно и меньше. Ну, бонусных очень мало, я бы даже так сказал. Ну да, кстати. У меня в среднем на город один бонусный ресурс. Ну, может, нет, два, наверное, два. Но здесь вот в этой части карты достаточно много. Нет, у меня в среднем на город по одному. Да ладно, бонусному. Как это по одному? Бонусному одному. Вот тараны идут почему-то в сторону. В стольне один. Угу. Во втором городе ноль. Ни одного бонусного. В третьем один, в четвертом один, в пятом ноль. Ну сейчас так, там тебе тараны идут? Да не идут они ко мне, успокойся, у нас друзья. Мы друзья. Да. Англичанин, убери разведочку. Во-вторых, эти тараны. А он уже походил, прости. Не сильно много пока повлияет. Так. Больше дай, пожалуйста, право прохода. Угу. Так, Кнос, Эфес, Олимпия, Эритрея, значит, Ереван. Дюга, ты бы скаута своего чуть подвинул, было бы неплохо. Ну, если он... Да, нормально, еще есть очки движения. Он просто на автомате бегал. Так уж получилось, что решил прийти на ваш праздник жизни. Как тебе? Ну, наше весело, празднество. Весело, весело, ничего нельзя сказать. Так, что я хотел? Хочешь, зачем ты в мою сторону поставила военный лагерь? Куда ты их надо ставить? Это города, которые с тобой граничат. Зачем? Мог бы вообще не ставить. Я был, ну, не, я был бы не в обиде. Да нет, так, не напрягайся, мы же дружим. Вон, у меня там дружба, у тебя Англия висит. А, да, вроде. Тактикс, что он отличен, дружелюбный совсем. А у меня свой континент, чем не дружить? Туризма вроде у тебя нет. Я тебе кинул, кстати. Англичанин, убери разведа. Да, да, Джек, сейчас. Желательно, так сказать, не ближе к... Наверх убирай его. Блин, я отверг пришел. Джек, а чё ты так далеко мечника своего повел? Захватывать я буду. Одним мечником? Тоже вариант. Ну, ты искал Хатуса там. А, да. Ну, иди, в общем, все правильно, в том направлении. Грег, ты прими предложение. Да не буду я с тобой мириться, я тебя добьюсь. А, не. Злобный Грег. Нифига.
Так, а где у нас 50%? Арча, тебе еще долго до этих? Ну, мне слышно, наконец-то. Что-то теперь с этим дискордом просто заглючил на ровном месте. Говорю, тебе сейчас долго еще до этих мамлюков? А, 3 хода. Ты это, ну, посмотри, Сандра, ты видишь мое место? Ну вот что мне тут было делать? У меня даже люксов нету в 3-м радиусе, посмотри. Тупо, Каире. Это... Да, ты же видел там всю территорию. Да, да. Ну да. И Лиссабон, брат. А селиться куда? Куда селиться? У меня даже рек нету, не пьё, снизу. Ну на берегу, да. На берегу. А на берегу толку нету, там люксов нету ни одного. Там вообще 2-1, 2-1 клеточки, там бред какой-то. Да бог с ними. Справа 2-1. От стык. Главное то, что люксов нету. Вот так сразу поставил город, то есть никуда не мог. Кае, да? Ну я не видел просто столицу Арчи, поэтому это да, собственно говоря, первый город поставил. Ну так а там. Видел, я думал, мы с тобой договорились. А там 2 и не влезло бы вообще-то. Правильно? Ты мог просто поставить еще. Я мог поставить правее, дать ему поставить горе на сам на акведук, разве что. Больше никак. Переката действительно далеко. Я поставил буквально в 4. Ну да, я согласен, место да, выглядит печальненько. Просто вот я твой выбор. Выбор пойти ко мне. Я не видел вот этот. Вот я бы Конго, если бы видел возле Антанариву, я пошел бы к нему. Но... Я не видел этот город. Странно вообще. Или Дамбан. Просто я же говорю, что. Не, Мамба поставилась очень поздно. То есть ты, вы уже воевали ходов, да. Наверное, 10. А, это мы уже воевали, его не было. Ну представь мне бан за Конго идти, сколько мне туда идти. А я забрал Антанариву, и вот сразу твои границы. Не, я подумал, что ты на меня пойдешь, когда Антананарива пошла падать, а потом думаю, блин, но там же вроде поближе есть товарищи. Неужели я его убил, блин? Ну сколько ты, в тебя золота влили? В меня влили где-то 200 голды. Каждый. Нет, мне помог только один человек из всех 10. Это как бы, ну, То есть, ты даже сам себе не помог? Я про помощь финансовую со стороны других людей. Давай, скажи, кто тебе помог. Кто этот один человек? Мне можно сказать, кто мне помог? Ты говори, я помог. Говори. Ну да, это помог отстать мне. Ну, в принципе, я бы на его месте точно так бы поступил бы, потому что... Будь вы дальше воюете между собой, я спокойно буду развиваться. Конечно, варите себе там в котле, и все. Так оно обычно и бывает. Отстань, дай пройти, пожалуйста. Кому и куда? Просто я вообще знаю, в чем затупил? Смотрю, у меня ни коней, ничего, и вообще, я не знаю. Я с этими редками, наверное, последний раз их буду играть. Попробовали. Нет, ну кажется, смотри, что... у меня нету люкса в 3-м. Вот кто не верил, да? Кто там говорил, привязан? Слушай, ну а у меня вокруг, у меня вообще нет еды вокруг. Я говорю, кто там говорил, привязаны люксы, не привязаны. Ты сам ставишь город, смотри, когда ставишь. Я про одну говорю. Это просто да. Сашка. Не, ну то, что в столе нет люксов, это действительно нонсенс. Почему надо сам строить на первый ход? Стольный, как только у тебя появляется посел, в 3-м радиусе от этого посела есть один люкс, как минимум, всегда должен быть. Это не всегда, я тоже появлялся без люксов было. Ну, по-хорошему он должен быть, конечно, но не факт, что... Его нет. Его нет, да. Держитесь там. Ты просто, может, его еще не видишь. О боже, бля. О, не говори. Под столицей, где ничего нет люксов. Там его допилят, нет? Этого человека. Слушай, ну это уже слишком жестоко, ты как-то к нему. Да не, ну сейчас будет великий исход Конго. Подождите, я выживаю. Как я ей. Из Египта. Я понял. Просто, Джек, а ты не... Ну, или ты пошел дальше, да, допиливать его? Да, последний город сейчас пойдет. А.
А ты что, сжег его один город, что ли? Да. На трех листах, которые стоят. А зачем? А мы с ним договорились, он мой. Ну, короче, все меня играют. Ну, а там кабинет тех линксов, которые повторяются. Они там Александр, кушь отсюда. Да ты что, у меня тут это атака? Просто лол. Сабон ты купил. А, вот на следующий ход. Мамбик. Ладно. Вот тогда-то я и отъеду, походу, да? Сюда? Ну нет, виноград, рыба. Вот я как раз хотел пойти по этому побережью туда наверх. Ты можешь мне метку поставить? Сейчас. У меня сейчас уже арчи, я и ну не вытягиваю по паромке этих юнитов новых. Уже просто я не успею ничего сделать. Привет, мамлюк. Ну и соответственно еще один, ну или чуть ниже, чтобы верхним еще один город стал. Ну смотри, я там город поставлю на побережье, так что сюда он не влезет. Надо нам решить, как это разделить. В принципе, ты можешь поставить на клетку... Нет, получается, на две клетки ниже вина. Могу. Это на две клетки выше поставлю. Фир, там монет, я думаю, не хватает. Можешь помочь? Какое же поганое место у Кира все-таки реса, вопрос. Ты араба не видел? Да, я, наверное, такого давно не видел. Плохого. Просто рист. Я хоть кушай, кушай, не обляпайся, и один камушек, 2-1. Нет, два риса и камень, больше ничего нет, что ли? Да. У меня была вообще 1-1, которая... Это пиздец. Вы видели мою стольню? Да у тебя стольня хорошая. У тебя там промочки много. Да она будет хорошая, но позже. Ну... Это что за предложение, Англия? Ну мне не хватает. Выручишь. Спасибо. Вот мне бы Димкиное место. Ну, вот это как классное место. Да мне одну вот эту, один тайлик, это 2-3, блин, слоников на ночами. Да, они сейчас 3-3 у меня, эти лагеря. Ну что, прощай, да, Конго? Да, прощай. Нам было весело, не знаю, как тебе. Нет, самое весело нам, Сандра, тут, в этой игре. Ну я на самом деле вот ну, получил как бы хороший босс. Блин, я... Не, Сана, если бы я еще хотя бы... Хотя бы не... одновременно ты бы не столько меня поубивал, юнит. Так ты далековато просто-напросто, ну а то... Просто... Не, я про фрагуру говорю, ты ходил там... В общем, я ни одного юнита не отвел. Которого можно было полечить, там хилки висели на них. ГГ? ГГ? А где это спасибо там за игру, вот это вот все? Нет, не принято. Будет. Банальше не принято. Джек, Лара, давайте тебе в другую сторону. Пока. Не налево, а направо нужно идти. Окей. Сандра, кышно. Да не пойду я буду стоять. Просто они скоро уйдут, по-моему, мне кажется, сами.
Они, чувствуя, что приближается беда, наверное, уйдут обратно в Лиссабон, эти парни. 55, ты, наверное, долго будешь биться мне. Да нет, там город, короче, чтобы ты понимал, пробивается она где-то на... Одна 15-я. Кстати, второй раз вот играю за арабов, у них второй раз такой унылый старт, блин. Ты заметил, что у них очень часто унылый старт. Обычно, правда, их кидает в тундру какую-то непонятную, голую. Хотя бы не тундра, но блин, все эти, ну, вот как вот, вот, смотри, два одинаковых игрока, допустим, приблизительно. Угу. Да? У одного 2-3 клеточка, а у второго 2-1. Кто выиграет? Ну да. Если дуэль выиграет. 2-3-2, то есть там 2 еще золота висит. Не, ну это там на самом деле там 2-2-3, там вот он сделал на лагере. Не-не, сразу я видел, сразу, когда еще разведчик подбирал, у тебя не было разведчика. Вот он на лагере взял, там 2-3 было. 1-2-3 там было. 2-3-1, и сравни просто с клеточкой 2-1. Ну да. Не, я правда стольню подвел на клетку, в эту клетку. Но это, попал, это, но то, равно, что... это, ну, это мелочи. То, что Blazer тогда в первую очередь как бы и менял, это люксы, которые действительно вот тебе специи подсыпят, да, какао, специи, что там еще, лисы, ну, да. Если, или свиньи на горах. На холмах джунглевых. Да, 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 тогда просто вообще. По-моему... Вот у меня вот лагерь на холме на джунгле, 2-3-2. Помнишь, этот был как Реди, по-моему. Мы стартанули, он говорит, давайте, наверное, Ре. Чего? Ну, короче, старт там. Сколько было? 7 или 8 какао в столице. Ну, смысл начинать играть с таким-то бустиком. Вот и ушли эти ребята. Видишь, Арчи, ты боялся. Я не боялся, когда с собой сейчас. Ну, они, да, видно, почувствовали, что что-то не так, и решили. Окей, побежал я к тебе тогда. Надо же добить все-таки. Ну да. Я думаю, мамляков с генералом ты уже не осилишь. Не, у меня нечего. Я бы по-хорошему, конечно, мог бы идти в этих... пайкменов, ну тут уже это такое, пограбить могу. Ну я тебе, Александр, мне кроме как воевать с тобой ничего другого не оставалось, не подумаешь. Ну тебе надо было, да не, да не, нормально, тем более это Россия, как бы тут прогнозируемо. Я за это даже вообще как ничего не, я просто к тому, что тебе было бы лучше забрать бы Конго. А дня я не видел вот этот город, который его, его не было. Его не было, ты, да. Представляешь, нам бан за Конго идти, это куда мне идти надо было? Угу. Это надо было через Ацтека идти. Либо через, да, город, через этот на реке. А че ты, Сандра, не играешь в этой, в ЦПЛ? Там, говорит, там бессонные. Что-что? Че ты в этой лиге не играешь? А когда? Я вон на работе все. Любое время собираю. Не, я имею в виду, что у меня за неделю я вот первый раз зашел в Steam, грубо говоря, сыграть в игру сегодня. Поэтому. С русским сообществом ворваться туда. Там, да, кстати, хватает русских. Да, там хватает. Вообще уже хочется какого-то патча, что ли. Так, они же анонсировали. Африканское это что-то там. Когда анонсировали? Я официального анонса так не нашел. Анонса как такого, да, я тоже не видел, я слышал. Не знаю, я видел вот на этих ЦПЛ, они там постили в новостях. Да? В Дискорде у них. Надо зайти просто, наверное. Типа, следующие на 12 это будет там две африканские и одна арабская, что-то такое там. Я заходил по этой ссылке, это типа какой-то... А у тебя она есть? Осталась? Нет? Да это давно было, это когда я говорил. Там нет. Просто в новостях, надо посмотреть у них в Дискорде.
кстати. Просто вот, на Reddit, которые цивит вот этот, ну, самый, типа официальный, там ничего нет. Три новых нации. Ну, там, типа, следующее дополнение, которое выйдет. Ну, не знаю, ну, не фейк же это, навряд ли фейк. Ну и проверим, когда, если следующие выйдут, если там африканские две нации были, значит это был не фейк. По идее, уже как раз должно быть, да, в ближайшее время, наверное, какое-то обновление. Ну, не обязательно. Мог спокойно сказать, типа, летнее и на июнь перенести, на 5 на 20 числе июня. Не, ну, уже лето практически началось, поэтому уже можно об этом хотя бы официально рассказать, что будет хотя бы. А чё лучник Лиссабона завис там? А чё бы ему не позависать? Нет, так он стоит в пределах границ города. Гомер, вперед, фас. Так, вижу, как Гомер Симпсон. Слушай, как-то ты вообще с греческим наследием хреново обращаешься. Илиада, Гомер, фас. Джек, надо как-то наказать за отношения. Еще тебе современная греческая музыка не нравится. Что за фигня? Ты ее слышал вообще? Это ж ужас. Ладно, еще понимаю, там всякие... типа классика, да, ну или как она, не то что классика, а такие более древние, там их мелодии национальные, они красивые. Например? Ну я не помню, ну как бы, ну да, те же там Сиртаки и прочее, то есть просто я там слушал, как... Сиртаки вообще-то это, ну, это для танец. Фильма придумано было, да, это танец, это никакая не... Это просто композитором, по-моему, в 70-х фильм, я не помню, как фильм называется... Ну, у них это идет, я не знаю, может, это, может, и не народ там придумал, да, там, но это у них... Базуки, очень... вот базуки есть, это вот это греческие мелодии. Не знаю, мы сиртаки там, где мы только не были, там везде танцевали их, плясали. Ну, хорошо, ладно, так а в чем, ну, например, современная греческая музыка так хуже современной российской музыки? Нет, так она вообще не попса, она какая-то такая странная, я понять не могу ее вообще, она мне жутко не нравится. Я японскую слушал современную? Да, не надо. Ну вот, я, наверное, поэтому и не слушал. Ну, посмотри, сам по-английски умеет хорошо читать. Леша, ты, да? Что? Вот там я новость скинул. Куда ты скинул? Там, сейчас... Ну, в Дискорде у нас. Что-то изменят. Ага, ценник не изменит. Но зачем монополисту, можно сказать, напрягаться, если его и так хвалят? Вот смотри, тебя на работе хвалят, ты будешь напрягаться излишне? Понятно. Все продалось, продажи идут, все хорошо. Ну, подожди, а что значит напрягаться? Это ты из разряда того, как этот Бутусов пел, что мерилом работы считают усталость. Не обязательно напрягаться, нет, чтобы хорошо работать.
Нет, ты не понял. Ну, не понял, всех поговорят, чего они не выпускают, там баги, там фиг не фиксит, ничего, тут столько проблем. Ну, их, наверное, просто никто... Ну, ты сравнил просто... Ты сравнил с похвалой на работе. Просто мне кажется, что... Невозможно хвалить вот работник, который хреново работает. В данном случае Фераксис просто похеру, что говорят вообще. То есть они просто выпустили, собрали кучу бабла, уже 2 миллиона, наверное, продалось, да? Ну, я про это и говорю. Все продается, все хорошо. Зачем им период? Ну, не то, чтобы период уже дался. То есть, как бы, и так все отлично идет. А где Ацтек, Димка? Чё-то я тебя никак даже не встретить не могу. Я слева от Польши. В прошлой игре воевали, а теперь ты прячешься от меня. Лёш, смотри, иди через Карфаген, дальше Торонто будет, на север это всё. Найдёшь? Ну, так Торонто. Я и Карфаген, и Торонто нашёл. А выше Ацтек? Я выше Торонто. Нифига лаванта не берется. Все, Сандра, я не буду больше с тобой воевать никогда. Меня уморил. Надо себе где-то записать это достижение. Достижение уморит на... Уморил Арчи. Я на видео запишу, если выложу, кину тайм-код. Навсегда, всё, чтобы было. Будешь потом на меня нападать, я скажу, ага. Слово не сдержал. Сколько мы воевали? Ходов 50? Я, по-моему, со старта... Не со старта начали воевать. И деньги хоть остались? Да, я, кстати, могу отдать. Было бы очень неплохо. Я, честно, вот у меня сейчас 111 голды, я вот... Даю тебе. Спасибо. Соточку. Выкупил камень, Лёша. Ну да. А сколько ты ждал? Сколько мне надо было ждать? Мне больше нечего обрабатывать в этом городе. Чё ты начал говорить, Сандр? Я думаю, что Илиада достанется арабу. Он... Лучше всех старался. Ну, в принципе, аравийские завоевания... Она и так досталась им. Может, он почитает и как-то продвинется в своих познаниях. Это же 12 науки. С основной культурой домой. Говорю, это редкие ресурсы что-то. Вот мне действительно редкие подвезли. Редчайшие. Так посмотри, у меня на всей тут территории, вот это слева от меня, тут один вот мраморок зачесался вон там. Да-да-да, я вот вижу эту территорию, я вообще офигею с нее. Ни люксов, ни ресурсов просто. Антананариву хороший город, там... Три камня разбросаны, мраморок и лошади, где город нельзя никак поставить. Играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам... понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.